Здравствуйте! В эфире программа «Республика». Прямо сейчас о важных событиях в Чувашии. В студии Татьяна Трофимова. Сигнал тревоги. В Чувашии проходит плановая проверка региональной системы оповещения населения и учения ФСБ. Мы строили-строили и не достроили. Ситуацию на строительном рынке обсуждают в Доме правительства. В новый сезон с обновленными стенами. Как преобразился детский лагерь «Звездный»? Сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии проводит рабочие встречи в Москве. С представителем правления Россельхозбанка Борисом Листовым Олег Николаев обсудил вопросы льготного кредитования бизнеса. И сегодня же Олег Николаев представил инвестиционный потенциал республики бизнес-сообществу. Деловой завтрак с руководителем региона в Москве прошел по инициативе общественной организации «Ассоциация менеджеров». В Рио главы региона отметил, что одна из принципиальных задач правительства – наладить эффективное взаимодействие предпринимателей и органов власти. Новые меры поддержки инвестиционных проектов сейчас разрабатывают члены Высшего экономического совета. Конституционный суд России признал законными инициированные президентом страны поправки в Конституцию. Заключение на 52 страницах опубликовано на сайте суда. Поправки одобрены парламентами 85 регионов и не противоречат основному закону страны. Вот что думают по этому поводу представители общественности Чувашии. Безусловно, назрело то время, когда необходимо внести новые коррективы в основной закон для всех нас. Год за годом количество людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, растет. В то же время мы видим, как государство поддерживает и общественное объединение. Об этом свидетельствует и количество грантополучателей, грантов президента Российской Федерации. Государство готово слышать и поддерживать некоммерческие организации. Здорово, что в новых поправках будет учтено именно то, что необходимо вовлекать добровольцев и некоммерческих сектор в развитие государства. Первый раз в истории России появились такие слова в Конституции, как информационная технология и связь, обеспечение государственной поддержки научно-технологического развития, сохранение развития научного потенциала, информационная безопасность. Мне как специалисту в этой области показалось очень интересно. Раз это появилось в Конституции, и надо ожидать со стороны властей, что будут эти направления поддерживаться. У нас будет развиваться наука, будет развиваться информационные технологии, информационная безопасность, как я уже говорил, и будет пристальное внимание этим направлениям. Ситуация на строительном рынке стала предметом детального обсуждения в Доме правительства. В числе приоритетных задач – стимулирование спроса на жилье и государственная поддержка застройщиков. Темпы строительства жилья в республике продолжают сокращаться. Программа «Максимум на год» – более 550 тысяч квадратных метров. Но достичь этой планки будет непросто, отмечает профильный министр. Спрос на квартиры снижается. По итогам 2019 года у нас произошло некое падение по ипотечным кредитам. Это, в принципе, тревожный звоночек нам всем, как, в принципе, в первую очередь профильному министерству, ну и застройщикам, которые сегодня осуществляют свою деятельность на территории Чувашской Республики. Еще одной причиной снижения объема ввода жилья называют переход на эскроу-счета. Этот механизм должен обезопасить дольщиков, но повышаются расходы застройщиков. Кредитование по новому закону идет, собственно, на самой коробке. А все, что касается инженерной инфраструктуры, естественно, это дополнительный затрат. Кроме того, что 15% коробки мы тоже обязаны привлекать свои оборотные деньги. Во всяком случае, до вступления этого закона, последние годы мы, собственно говоря, не были обременены кредитным ресурсом. Застройщиков обременяют и затраты на разработку социальных объектов. Из своего оборота компании вынуждены выводить десятки миллионов рублей. Мы сейчас завершаем очистные сооружения комплексные для нового города. Все инженерные сети, мы, знаете, проектируем сами, строим сами, безвозмездно сдаем городу. И по ходу сдачи жилья мы начинаем компенсировать.
Возмещать затраты на проектирование социальных объектов и инфраструктуры в республиканском Минстрое предлагают уже при передаче на баланс муниципалитетов. Инициативу руководителя ведомства Олег Николаев поддержал. Временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что сейчас на первый план выходят вопросы комплексного развития территорий. В микрорайонах со школами, детскими садами и транспортной доступностью спрос на квартиры большой. В части качества проектных работ и в части включения комплексных решений, которые касаются архитектуры, значит, качества материалов. Я бы здесь даже не применил бы слово там цена или дороговизна, а именно качество материалов, потому что дорогое не всегда качественное, мы все с вами прекрасно знаем. И я думаю, что вот этот вопрос мы тоже, наверное, скорее всего, все-таки должны урегулировать с основными застройщиками, которые ведут прежде всего комплексную застройку, через заключение соответствующих соглашений. На повестке дня и проблема долгостроев в республике. Просрочены сроки сдачи 19 домов. В зоне риска компания «Лидер». Сложная ситуация сохраняется на 5 многоквартирных домах общей жилой площадью 49 тысяч квадратных метров. Застройщик «Лидер». На их строительство застройщикам привлечены средства 805 долевиков на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. Чтобы сдать многоэтажки, которые строятся по долевым договорам, в компании намерены привлечь льготные кредиты. В правительстве ситуация с долгостроями на постоянном контроле. 12 домов включены в реестр проблемных объектов. Дмитрий Ковалев, Маргарита Мельникова и Валерий Резюков. Республика. Правительство страны запустило сайт StopCoronavirus.RF. На портале размещают актуальную информацию о ситуации с инфекцией в России и мире. В Чувашии на данный момент под наблюдением находятся 73 человека. Ни одного подтвержденного случая коронавируса нет, однако в республике вводятся профилактические меры. Так на более поздний срок перенесли международный балетный фестиваль. Во Дворце культуры тракторостроителей отменены все концерты вплоть до начала июня. По распоряжению Министерства науки и высшего образования России вузы переходят на дистанционное обучение. В Чувашии уже перевели студентов ЧГУ, ЧГПУ, сельхозакадемии и кооперативного института. Минобразование республики рекомендовал школьникам усилить меры дезинфекции, перейти на обучение без перемещения детей по кабинетам, отменить все массовые мероприятия и выездные экскурсии. Не только на этой неделе, но и в период весенних каникул, которые начинаются у школьников с 23 числа. Из-за опасности эпидемии программа весенних каникул школьников существенно изменилась. А вот что касается летних, пока все планы в силе. В начале июня должны заработать загородные лагеря. В этом году на их капитальный ремонт направлено более 108 миллионов рублей. Как преобразится детский лагерь «Звездный» в Цивильском районе, смотрите далее. Здесь был Женя, 2017 год. Саша плюс Маша равно любовь. Когда-то такие надписи оставляли здесь те, кто когда-то отдыхал в этом лагере. Сейчас в лагере проходит реконструкция, где будет меняться все. От инженерных сетей до мебели. Это уже история, а новое начнет писаться с лета 2020 года. В новой все будет по-другому. Этим корпусам уже по 40 лет, и они, конечно, нуждаются в ремонте. Обеспечить детям комфортный отдых взялись взрослые. Изменится внешний облик, поменяется внутренний интерьер. Большую работу проведут по замене устаревшей инфраструктуры, преобразится ландшафт территории. После капитального ремонта лагерем планируется и закуплена новая мебель. Это кровати, тумбочки, постельное белье. Все это уже приобретено, будет устанавливаться до заезда детей. В основную часть мы купили пока для этого корпуса, но частично меняем и в других корпусах. По мере возможности все меняем, дополняем. Дети начнут заезжать в лагерь уже 28 мая. Ежегодно бюджет Цивильского района вкладывал в этот лагерь около 4 миллионов рублей. Впервые за долгие годы из бюджета Чувашской республики нашему лагерю «Звездный» выделено 15 миллионов рублей. Средства на ремонт получат и другие республиканские лагеря. «Бригантина», «Волна», «Звездочка». Всего их 9. Александр Соловьев, Павел Редков, «Республика». Внимание всем! 17 марта в Чувашии прошла плановая проверка региональной системы оповещения населения. Был слышен звук сирены, включались громкоговорители. Тревога учебная, уточнили в Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по Чувашии. На этой неделе в столице республики проходят антитеррористические учения с использованием вооружения и боевой спецтехники.
Об этом сообщает оперативный штаб региона. Правоохранительные органы и специальные службы особое внимание уделяют отработке слаженности и оперативности действий при реагировании на угрозы террористического характера. При этом синхронизируются действия не только оперативников, но и населения. От того, насколько четко и быстро они выполнят их требования, может зависеть исход всей операции. При проведении этих учений оперативный штаб обращается к населению с просьбой сохранять спокойствие и не препятствовать деятельности правоохранительных служб. Меньше 2 месяцев остается до празднования 75-й годовщины Великой Победы. И вы еще успеваете увековечить имя ветерана на дороге памяти. Это мультимедийный музей с данными бойцов Великой Отечественной. Его построят на территории храма Вооруженных сил Российской Федерации, который сейчас возводят в Москве. Подробнее Ольга Пырочкина. Теплов Григорий Васильевич. До войны работал трактористом, перед войной переучился на танкиста. Войну встретил под Киевом в танковой дивизии. Балакин Николай Николаевич проходил службу в должности разведчика, награжден медалями за отвагу, за взятие Кёнигсберга и другими. Сайт «Память народа». Здесь собирают фотографии, информацию о тех, кто воевал или работал в тылу, был партизаном или жил в блокадном Ленинграде. Сейчас там уже более 1 000 000 фамилий. Все эти данные составят экспозицию мультимедийного музея «Дорога памяти». Его построят на территории храма Вооруженных сил Российской Федерации, чье открытие запланировано на 7 мая. Информацию для проекта «Дорога памяти» собирают и в военкоматах по месту жительства. Если предоставить сведения туда, они останутся в архиве ведомства. То, что у нас через военный комиссариат проходит у нас информация, значит, эта информация у нас более-менее систематизируется, и в дальнейшем будет проще при обращении людей в военный комиссариат какие-то данные дать непосредственно уже, кто к нам обращается. В городе Чебоксары на сегодняшний день включено, уже проведены и отцифрованы более 1500 фотографий. Также данные, которыми располагают военкоматы республики, войдут в местную книгу памяти в случае ее переиздания. Информацию от жителей ждут в военных комиссариатах по месту жительства. Чебоксарцев ждут по адресу улица Ильбекова, 8. Ольга Пырочкина, Павел Рядков. Республика. В год 75-й годовщины Великой Победы Ивану Ермолаеву из Ядрина исполняется 101 год. Войну он встретил в белорусском Гродно, а закончил в немецком Хемнице. Воспоминания слушала наша съемочная группа. Западная граница Белоруссии, город Гродно. Его немецкие войска захватили в первый же день Великой Отечественной. Так началась война для Ивана Васильевича Ермолаева. 20-летнего юношу, который мечтал работать с животными, забрали в армию с 4-го курса Вурнарского зооветтехникума еще в 1939-м. В 1941-м он был уже старшиной батареи артиллерийского полка. Ветеран вспоминает, накануне постоянно звучал сигнал учебной тревоги. И в роковую ночь он не сразу поверил, что все по-настоящему. В 1943-м молодой боец, которому удалось выжить при контрударе немцев под Гродно, уже участвовал в Курской битве. Великое сражение, которое длилось 49 суток, стало переломным моментом Великой Отечественной. Вот били этих фашистов от Курска, долго пришлось воевать, но они думали, что надо отомстить. Но однако мы уже раз подготовились, я же говорю, подготовились так крепко. Вот 3 даже армии командовал Жуков, Рокоссовский, освободили и пошли дальше до границы. По своей границе прогнали фашиста. В День Победы война для Ивана Васильевича не окончилась. Демобилизовался и вернулся к мирной жизни он только в мае 1946-го. А в родную Чувашию приехал в 50-х. Здесь на родине смог наконец заняться делом, которое выбрал в юности. Стал зоотехником. И всю жизнь проработал в сельском хозяйстве. На пенсию вышел директором Ядринского масло-сырзавода. Воспитал сына и дочь. Ольга Пырочкина, Алексей Зотиков, Валерий Резюков. Республика. В Третьяковской галерее открылась выставка картин из собрания Чувашского государственного художественного музея. Это не только яркое культурное событие, посвященное столетию республики, но и одно из направлений развития образовательного туризма. Популяризация культурного наследия поможет повысить интерес к региону в целом. На совещании по развитию детского образовательного туризма в Москве речь шла о новых формах работы. Создан комитет по развитию детского образовательного туризма, и мы с вами знаем, что мы одни из немногих на этом этапе, кто разработал целую программу синхронизации образовательного процесса и посещения музеев. К примеру,
Школьники, которые начинают изучать неевклидовую геометрию, им было предложено посетить музей Лобачевского, и не все знают, что он у нас, да, есть на территории Чувашии. Художественное направление также будет, конечно, синхронизироваться с музеями и с выставочными экспозициями, которые представлены в наших музеях. Ну и, конечно, Чапаева надо в музей посещать тогда, когда ты уже изучаешь время революции, когда ты понимаешь роль личности в истории страны, ну и так далее. Так вот, у нас эти программы разработаны. Сегодня изданы каталоги «Живые уроки», и практика Чувашии, она действительно является одной из интересов на уровне страны. Поэтому мы представили эту практику, эти наработки, предложили следующий комитет по детскому образовательному туризму провести уже у нас в Чувашии, посмотреть, как это фактически отрабатывается, как у нас сегодня готовы туроператоры. Это главные новости к этому часу. До свидания.